Республиканский музей под открытым небом планируют открыть на месте раскопок городища Сарайшык. Поблизости от него планируют построить туристический комплекс. История знаменитого древнего города, располагавшегося на Шелковом пути, еще требует дополнительного изучения. Нам увеличили количество штатных единиц. Теперь мы планируем собрать все уникальные документы из архивов России. Также в 2019 году хотим организовать масштабную экспедицию «Сарайшык», «Сарай Бату» и «Сарай Берке».